Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошла всероссийская акция «Улица Победы», приуроченная к 75-летию Великой Победы. В этом году на территории Верхневолжья была реализована масштабная кампания по ремонту дорог. Отремонтированы 9 улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. Речь идет об объектах, которые носят имена героев. Это улицы Веселова, Ротмистрова, Тамары Ильиной, Громова, Константина Заслонова, Карбышева, Кирьянова, Евгения Пичугина и Лизы Чайкиной. Участникам акции «Улица Победы» была посвящена отдельная рубрика в социальных сетях администрации Твери. К настоящему моменту работы, согласно проекту, завершены на всех 9 объектах. В целом, в 2020 году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 46 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью более 61,5 километра. На сегодняшний день на большинстве улиц уже проведены рабочие комиссии. Подрядчики устраняют незначительные недостатки, после которых уже данные объекты будут введены в эксплуатацию. Одна улица, улица Лизы Чайкиной, напомню, ремонт начался позднее, так как была необходимость провести ряд работ по водоотведению. Рабочая комиссия по данной улице будет проведена на этой неделе. Кроме этого, в связи с сложившейся экономией по национальному проекту за 2019 год нам удалось реализовать проект, это ремонт тротуаров на проспекте Победы.